Поддерживая традиции профсоюзного движения, отстаивая права и интересы работников, вспоминая чикагских рабочих, расстрелянных в 1886 году за требование 8-часового рабочего дня, исполком Федерации независимых профсоюзов работников принял решение провести 1 мая 2014 года всероссийскую акцию профсоюзов. Шествия и митинги состоятся под девизом «Достойный труд, справедливая зарплата». В России первомайская акция профсоюзов пройдет по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Требования направлены на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся, за достойную заработную плату, эффективную занятость, безопасный труд, соблюдение прав трудящихся на объединение и профсоюзных свобод. Профсоюзная манифестация спустя 23 года вновь возвращается на Красную площадь, главную площадь страны. В Кургане на площади имени Ленина торжественные мероприятия, посвященные празднику весны и труда, начнутся в 10 утра.